Всем хаюшки, с вами я, Бот, и наконец-то подошло время для этой игры, для игры Marvel Битва Чемпионов. И у меня для вас вот такое вот поздравление. Потому что у нас на канале собралось 116 человек на сегодняшний день. И спасибо вам огромное за ваши комментарии, за лайки, за поддержку. Также в прошлом видео я говорил, что я буду передавать приветы тем, кто напишет свои ники, да, имена и тому подобное. Вот, и у меня скопились вот такие приветы. Да, вы не ослышались, приветы не один, а несколько их будет. Прежде всего, спасибо огромное под нику Пончик из нашего союза, потому что он, ну, по-моему, один из самых первых подписчиков, и он очень активно пишет комментарии, ну и поддерживает меня всячески. Также Феникс GD, также в нашем союзе, ему большой привет, огромное спасибо, тоже пишет комментарии, довольно-таки часто я их вижу. И также вот Ваня писал мне, чтобы ему передали привет. Файгин и Швепс. Извиняюсь, если я где-то неправильно назвал ники, можете повторно их написать, и в принципе мне не будет сложно передать привет также в начале следующего видео. Вот, как-то так. Ну, давайте на этом все. С приветами закончили, с поздравлением кратким тоже закончили, и перейдем в союз. Нам не надо сегодня, там никто ничего не просит. Я покажу, докуда я прошел в новом этом мероприятии. Так, и вот на героике я прохожу на данный момент, и вот такие награды здесь еще раз продублирую. Вот эти я награды уже получил, то есть я полностью прошел на один раз, все остались вот эти вот, которые я уже ждут уже с нетерпением, может там подкопится и все будет хорошо, что-нибудь поинтереснее откроем. Так, ну и здесь я исследовал первую главу на 100%, третью главу я исследовал здесь вот 100%, здесь два раза я проходил 31%, ну и здесь, по-моему, все по разу прошел. Вот как-то так. Так, и что за у меня тут белый такой экран был? А, ну окей, ладно. Просто какой-то глюк. Вот. Ну и давайте откроем кристалл. Прошло, по-моему, 6 дней. Посмотрел я, когда я писал видео, по-моему, прошло 6 дней. Но, тем не менее, по кристаллам что-то у меня как-то не особо получилось. Вроде бы я и без дела не сидел, но, тем не менее, почему-то их у меня мало в этот раз. Не знаю почему. Вот этот кристалл я не буду открывать. Возможно, я буду проходить, возможно, не буду проходить. Если не буду, я его в следующий раз открою. Потому что они, оказывается, нужны для прохождения там тоже какой-то сюжетки. Вот, я не проходил, поэтому ту сюжетку не знаю. И здесь вот скопилось вот таких вот 3 кристалла. Ну и тут, по-моему, несколько есть кристаллов. Ну давайте просто по порядочку все откроем и посмотрим, что здесь будет выпадать. Открываю все кучки и получаем кучу катализаторов, что не может не радовать. Также лечилки, также воскрешалки, еще катализаторы. Ну, в принципе, открытие вот этих кристаллов довольно-таки неплохое. Все это нужно, все это может пригодиться не сегодня, так завтра, как говорится. Заговорил я рифмами. Так, ну да, здесь просто осколочки катализаторов. Можно было, в принципе, анимацию не смотреть, но я нажимаю на него, но он что-то не хочет сворачиваться. Так, все, убирайся. Так, да, вот осколочки всякие получили, на категории, третьей категории получается. Так, один такой, ну давайте один вот такой покрутим, сколько энергии было в начале. Также мне писали, в принципе, комментарии по открытию кристаллов с персонажами, с этими усиленными кристаллами, как их открывать, мы попробуем сегодня, поэкспериментируем. Вот, и может быть нам что-то интересное попадется. Ну давайте сразу не будем затягивать, тогда его откроем. 1, 2, 3, 4, 5. То есть считаем до 5 секунд. Вполне возможно, я очень быстро посчитал и нажал
Ну, вполне возможно. То есть считаем 5 секунд и нажимаем быстро. Ну, в принципе, нам, как обычно, двухзвездочный чемпион. Не знаю, правда, неправда, что-то меняется, не меняется. Ну, вроде посоветовали так. Скорее всего, я, наверное, просто быстро посчитал. В следующий раз, ну, чуть-чуть подольше посчитаем. Так, трехзвездочный пока не трогаем. Золотишко, золотишко открываем кучкой. Забираем, уходим отсюда. Так, ну ты прям напрашивался, чтобы тебя открыли. Давай лучше откроем двухзвездочного. Крутанем, посмотрим, ничего ли нового тут не происходило. Да, тут в принципе все старые персонажи, довольно-таки никаких изменений здесь не было. Ну и в принципе нам тут вон человек-муравей выпадает. Ну что, выпал, да выпал. Забираем, разбираем его и получаем вот такие вот ништяки. Едем дальше. Дальше вот эти вот кристаллы за задание. Так, быстренько их кучкой собираем. И открываем тоже кучкой. Еще 6 кристаллов. Ну, ничего интересного. ИСа-8, ну, оно все бесцветное и маленькое. Так, бесплатные кристаллы вот эти. Тоже кучи будем открывать. Всякие вот эти ништяки. В основном личинки навыпадали нам. Ну, немножко золотишко, который, в принципе, у меня копится. И... оно понадобится. Оно понадобится, когда я опять открою какого-нибудь чемпиона 4 звезды и буду его качать. В принципе, золотом немножко выровнялось, и теперь мне вроде как хватает на прокачку чемпиона. То как это была беда. Так, ну Колос, ты совсем не интересен, ты в одну звезду, и все тут вообще выпало мне в одну звезду. Все преобразовываем. Получаем кучу маленьких таких вот ИСа-8 и немножко чуть-чуть совсем золотишко. Так, 4 кристалла у нас. 4 кристалла, кристалл с осколками. Ну, давайте крутанем его. А в основном тут падают на усиленный кристалл. Ну, как обычно, да. То есть самое-самое такое выпадает чаще всего. Так, что где еще? Ну, один-то я вижу. Где еще кристалл? Ну, давайте дальше смотреть. Дальше смотреть, а дальше смотреть я не вижу тоже. Так, где меня обманывают? А, все, меня не обманывают, вот они, два кристалла. Ну, давайте их все вместе также откроем. О, на удивление, тут не колоссы выпали, а два раза ИСа-8 выпало. Ну, окей. Так, ну, давайте не будем прыгать, откроем трехзвездочного героя. Не терпится мне посмотреть, кто нам выпадет. Конечно, хотелось бы какого-нибудь нового персонажа, не дубль. Ну, вот Ронан, скорее всего, да, выпадает Ронан. Ронан у меня есть, и поэтому мы его просто улучшаем. Потому что он мне второй раз, по-моему, выпадает, если я не ошибаюсь. Хотя я могу и ошибаться. Так, реклама. Закрываем. Все это преобразовали и едем дальше, едем к кристаллам. Как-то вот такое сегодня небольшое видео будет, потому что, блин, ну не знаю, почему-то кристаллов мало. Не знаю, с чем это связано, так, я уже не считаю, ну давайте в следующий раз посчитаем. И все. Ну чуть-чуть до 4-звездочного не доехали, ну хотя бы новый чемпион. Что, в принципе, тоже неплохо. Хотел нового чемпиона, вот тебе получай новый чемпион. Пускай это будет 3 звезды, но он у тебя есть. Тоже, в принципе, неплохо. Возвращаемся к кристаллам. Может быть, мне просто подольше поболтать, и все будет. Ну, давайте попробуем еще раз. Поговорю что-нибудь. Заодно и посмотрим анимацию кристалла. И может быть, вот опять проехали 4-звездочные, что-нибудь да выпадет, а выпадет нам Алая Ведьма. Алая Ведьма выпадает, которая для звезды. Ну и, соответственно, она у нас есть. Возвращаемся к кристаллам и пробуем еще раз. Считаем 5 секунд и открываем. 1, 2, 3, 4, 5. Ну давайте смотрим. Возможно, я что-то не так делаю. Ну, блин, ну, у меня не срабатывает. Сори, но у меня не срабатывает. У меня выпадают все так же двухзвездочные чемпионы. Ну, может, конечно, большинство просто бывает совпадений, поверий, да. У меня тоже было, что
блин, тоже примерно в одно и то же время открываешь, и да, выпадают чемпионы хорошие. Ну, бывает, да, такое. Потом они не выпадают. То есть тут тоже повезет, не повезет. Так же, как и всегда здесь. Так, ну все это мы забрали, да, все, у нас тут кристаллов больше нету. Кристаллы копятся. Трехзвездочный копится, четырехзвездочный, да, и пятизвездочный. И пятизвездочный. Когда же я его буду открывать? Ну, похоже, еще не скоро. Похоже, еще не скоро, потому что кристалл, осколки на кристалл на этот очень-очень редко копятся. Вот как-то вот так вот. Так, что-то еще произошло? Может, какая-то помощь в союзе нужна или еще что-то? Нет, пишут, что у меня... А, ну да, один кристалл есть, это который я не стал открывать там для задания. Так, Ронан выпадал, вот он, да, и этот выпадал, кто он там, хомяк этот, который, барсук, кто он там, енот, блин, всех собрал. Вот, ну, вот он, да. Кликнем на него, так как он у меня, в принципе, персонаж новый и новый, в принципе. И новый. В двухзвездочных, я не помню, есть он, нет. Ну, по-моему, он есть и в двухзвездочных. Вот такой вот персонаж. Ну, не буду вас задерживать. Понравилось видео, ставьте лайки. Очень приятно видеть ваши лайки. Очень приятно видеть ваши комментарии. Пишите ники. В принципе, также могу... Ну, не все буду приветы передавать в этот раз. Как бы первый раз, думаю, все-все всех назову за поддержку комментариями. Вот. Поэтому можете писать. На этом все. Всем пока-пока. Спасибо за просмотр и увидимся в новом видео.